Всем привет, с вами снова Атлан 4570, и сегодня ваше внимание предоставляется очередной выпуск журнала Танк Т-34-85, 96-й по счету. И давайте приступать. Хорошая опять клеёночка, пленочка, которая не рвется, не ломается. Опять у нас всякая хрень, которую, уж извиняйте, я не буду на видео собирать. Я до сих пор предыдущие два пакета не собрал. Аж некогда. Ну и танчик наш красавец. Сколько, интересно, еще их. Надо все-таки будет собрать. Или так посчитать. Да, я как-нибудь займусь. Посчитаю, сколько у нас штук. Ну их 8 и 8 получается. У нас 16 штук получается в пакетике. У меня еще 3 пакетика плюс собрана часть полотна этого гусеничного. Надо будет посмотреть, сколько стоит штук на той уже собранной гусенице. И я думаю, может быть, к следующему видео сделаю такой аналитический отчетик о том, сколько у нас, возможно, еще осталось таких пакетиков хреновых. Так что видео неинтересное. Или не видео, а разработка. Ну, дай бог. Надеюсь, видео вам интересно. В следующем журнале у нас с вами, ребята, будет поинтересней. У нас с вами вторая половина этого борта внутренняя. Наконец-то еще две пружинки поставим. Хотя без крепежа нищий танка. Все равно тупой беспризняковый вещь. Это от него внутренние направляющие части. Винты. Дальше у нас будет шток дежурного сечения, аптечка первой помощи и 2 85-миллиметровых выстрела. Ну или выстрел. Сейчас правильно, наверное, снаряды, но выстрел так выстрел. Ну и плюс у нас реклама подписки. Интересно, если я сейчас решу подписаться, мне с первого выпуска будут давать, с самого первого, или с какого-нибудь сотого выпуска, типа то в первый посыл там 100, 101, 102, 103, там 4 журнала и так далее. Прикольно. Хотя на самом деле, конечно, я не собираюсь это делать. Надо когда-нибудь вот такой коврик купить, блин. Модельный все хочу. Как-то он мне не попадается на глаза нигде. Ладно, следующий поинтереснее, следующим будет сборка. А вот в этом, как всегда, вот так вот. Если, скажем так, не забуду, подсчитаю сколько чего, и мы сделаем с вами расчетик на то, сколько еще таких пакетиков у нас, возможно, еще выйдет. Надеюсь, это последний, хотя я сомневаюсь, я думаю, еще от 1 до 3 штук точно будет. Ну, а там посмотрим. Ладно. Такое небольшое видео. Спасибо всем за внимание. Надеюсь, вам понравилось. Так что всегда подписывайтесь, комментируйте, ставьте пальцы вверх. Так что не слю, пока и до встречи.